Ну и понятно, что поскольку мы все с вами работаем в сети, хакеры нынешние дети, это хорошо финансируемые опытные группировки, поэтому если у вас, допустим, у ребенка есть потенциал к математике и программированию, посоветуйте. Спрос на офицеров кибербезопасности в ближайшее время будет настолько превышать предложение, что будут платить только кистом. Но я профессирую, говорю, что миллионы долларов в год они будут получать в качестве своих услуг. Потому что это все опыт. Ну и понятно, что есть совсем фантастические сценарии, которые можно не верить, но я, например, отношу себя к тому лагерю, который себя относил к Стивену Хокингу, я относил, относился сейчас к Стивену Маску. Я скорее с опаской смотрю на AI, потому что сейчас все хорошо, никаких угроз нет. Вспомните, с чего я начал свою презентацию, тоже далеко. Но это не значит, что это не так. То есть, в принципе, рано или поздно это рухнется, потому что мне кажется, что мы подходим к пределу своих ментальных возможностей что-то осознавать, но реально это дело уже рано становится в некоторых случаях. Поэтому вопрос времени. Призываю вас очень трепетно относиться к вопросу «Сколько?», то есть вот что происходит с «Сколько?» человека, идентификации и так далее. Потому что уже сейчас большинство спецслужб мира применяет систему идентификации по лицу, и последние вот, буквально данные прошлой недели, например, метрополитен, полиция Лондона признала, что ее эффективность составляет всего там около 30-40%. То есть 70% подтверждаются неправильно. И в этом проблема, потому что текущий подход не работает. Если у вас есть, например, спецслужба или полиция, спецслужба, неважно, понятно, что они хотят все подсигнать. Но у них есть тоже проблемы, их численность имеет конечное значение. И как только у вас работают люди и ищут преступников, это какой-то процесс, ну, более-менее масштабируемый. А как только у вас есть компьютер, который засекает красные флаги, потому что он смотрит на всех людей, в определенный момент красных флагов становится слишком много. И невозможно отправить на каждый случай легитимный конкретного там оперуполномоченного, который что-то будет разрушить. Потому что есть же люди, идиоты, которые, естественно, в сети могут сказать, «Эй, Балан, давай взорвем там пол!» Ничего связанного с терактом в этом не было, а естественно, идет тупой, повышающий риск социальной угрозы. И такие примеры, думаю, огромную проблему представляют. Есть потенциал, ну, естественно, что все связано с творчеством, конечно, минимально, на мой взгляд, в угрозе, потому что все-таки спрос превышает предложение. Сейчас, если я кто-то не подешевеет, кто-то должен будет, помните фильм «Инсепшн», как вы привезли с Ди Каприо, который... Начало, да, начало, спасибо. Все равно, нужно кто-то придумывать это все. Мы же не хотим жить копии в нашей планете. Как доказывают люди, которые там, диссертации защищают на игрификации и теории игр, они говорят, людям неинтересна реальность. Реальность, она очень пресна по сравнению с виртуальным миром, поэтому очень многие применяют реальность на виртуальный мир, но он должен быть действительно красивым. Если ребенку нравится рисовать, все это лучше смотреть на 3D-моделирование, на программирование, чтобы он понимал, как это реализовывать. Но самое главное, это очень важно. Повторюсь, не нужны мы все никому, не нужны мы компаниям в каком-то количестве. Вот все люди, которые сидят и просто решают какие-то вопросы, до скоро перестанут существовать, точнее, они перестанут существовать в другой экране. Потому что вся неэффективность, каждый неэффективный шаг, он уже будет виден. И они также будут видеть людей, которые приносят максимальную пользу, это действительно уже конкретно изделение величина. И сейчас я вместе уверен, что с точки зрения HR, управление талантами, поиск лучших, и не просто поиск лучших, а выращивание лучших. Это огромная-огромная профессия, которая никогда и честно менее не залезла. Ну и закончу тем, что в целом-то многие профессии никуда не денутся. Вечные профессии останутся вечными, я просто скажу, что, например, здесь отсутствует, но, ну, простите, могу отсутствовать, есть еще древняя профессия женщин с социальной ответственностью, я тут тоже подготовлен, увы. А вот все остальное останется. Но самая главная профессия, которая мне опасна, это родители. Я считаю, что нам надо больше всего времени уделять воспитанию детей, обучению детей, личным примером показывать, почему хороший Лукашев, почему хороший Заглазов, почему хороший Селлинджер, почему надо читать эти книжки, кто-то ощущает, почему надо программировать, почему надо бегать по утрам. Это все от нас зависит, поэтому самая ценная профессия – это родители. И проблем много, я вообще люблю огромное количество информации, и представляю, что это. И что такое структурный директор, почему он хороший, где он плох. И то рабочие места, в том числе ваши, под угрозой. И что не все так плохо. Но все равно остались. Путь сложный. Вот начиная с сегодняшнего момента и дальше очень сложный. Но как сказал Че Гевара, и я искренне разделяю фразу здесь, если вы нашли путь без всяких препятствий, вот высок шанс, что он ведет совершенно не туда. Поэтому радуйтесь, если у вас есть проблемы. Это значит, что все хорошо. Спасибо вам большое. Вы, ребята,